Здравствуйте, друзья. Воздуха набрали? Поехали. Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Кто же, интересно, так бездарно вел Россию до 22 года? Что же это за человек такой, который все испортил? Владимир Владимирович, а вы сами интернетом пользуетесь? Один раз нечаянно YouTube открыл, почитать комментарии, там про меня пишут. Там как посыпалось. Я с тех пор только красные папочки читаю. Больше никаких интернетов. Знаете, очень примитивным образом. Так иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть. А то... А, но все-таки доводится, да? Да. Интернетом примитивным образом пользуюсь. Воюю тоже примитивным образом. Людей просто на пушечное мясо кидаю. Экономика тоже самым примитивным образом работает. Из земли полезные ископаемые добываем и вперед на продажу. Технологии, развитие – это все не мое. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели. Человек, которого когда-то считали геополитиком, сам признается, что сплясал под чужую дудку. Еще и потом жалуются, что его обманули, кинули и надули. Житель Курской области рассказывает, как их кинули, слили и забыли. Про нас забыли. И мы сразу говорили. Пройдет 2-3 месяца, нас забудут. Это унизительно. Это отвратительно. Все то, что делает наше правительство, наше государство. Как оно относится к нам. Они же по факту нас слили, кинули, опустили по полной, оставив на разорение, на унижение. И виноват в этом тот, кто там. Это однозначно. Есть виноватый. И он не понесет никакой... ответственности не понесет. Вот такая вот у нас Россия. Прогнившая, да я не знаю для чего. Уже даже стыдно говорить. Ну, народ-то не виноват. Люди-то у нас. Ну, так потерпим и встанем. И встанем так, извините меня, мало не покажется. Бойтесь гнева терпеливых. Ох уж это... Когда-нибудь встанем. Вот тут проснувшихся жителей Курской области будет побольше. Самая большая проблема в том, что наши руководители закрывают глаза именно на нас. Они решают свои вопросы. Сейчас нас просто видят, как будто мы какие-то бомжи-переселенцы. Мы живем на съемных квартирах, которые платим двойную цену, сами понимаете. Аренда очень поднялась. Непонятно по каким причинам, почему это никак-то не... регулируется. Почему аренда жилья подорожала? Так а как же не навариться-то на своих родненьких? Это ж Россия. Вопросов очень много. А с детьми так вообще не берут. Да, с детьми не берут. И тем более, если говорят, что беженцы тоже не берут. Да. Никому мы не нужны. Следующие выборы только в 2030 году. Через 6 лет. До тех пор никому не нужны. Просьба отнестись к этому с пониманием. Вранье, тайна и трусость, к большому сожалению. Но эти люди были у нас у руля, скажем так, более 10 лет. И по-прежнему они продолжают быть руководителем нашего района. Как нам жить дальше? Наши дома разрушены, возвращаться к нам некуда. Наши власти, наша глава, все молчат. Как дальше жить? Пусть ответит наш Зайцев, глава. Где они? Они сидят у теплых кабинетов. Это самое. А нам что делать? Что делать вам? Ждать, пока администрация пришлет еще баянистов. Шаман хвастается званием заслуженного артиста России. Ну что, родные, только что завершилась официальная церемония. Все? Заслуженный артист Российской Федерации. Работаем дальше. Молодец.
Молодец. Теперь тебя будут уважать почти так же сильно, как сына Кадырова, освободителя, который обращался к Путину с вопросом, почему на войну едут русские, а не представители других диаспор. Записали в штурмовой батальон и отправили на местный штурм. 8 ноября 2024 год. Я, Яковлев Василий Борисович. Украинский фронт, Бахмутское направление. Сегодня меня переводят в штурмовую часть 1442 за обращение к президенту насчет уклонения от мобилизации диаспор. Армянской, азербайджанской, киргизской, грузинской, азиатской. Ну, переводят на смерть, там редко кто выживает. Ставлю в курс всех, кто меня знает, жителей России, о том, как отреагировала администрация президента и Кремль на мои справедливые вопросы. Вместо ответов на вопросы – смерть. Надя Миронова пишет. Не так я представляла себе возвращение мужа домой. Сергей Миронов служил в штурмовом отряде ВЧ-72-164. А ты, Надя, тоже думала, будете красиво жить на кровавых деньгах? Полиция Молдовы вычислила тех, кто получал деньги от России, чтобы проголосовать на выборах против Санду, и выписала штрафы на сумму в 25-30 раз больше, чем продажные молдаване заработали на голосовании. Каждому 10-му гражданину Молдовы платили на выборах. Об этом заявила полиция. И некоторым гражданам их голоса обошлись очень дорого. Речь о тех, кто получал деньги от Шора через российский Промсвязьбанк. Через суд полиция и прокуроры получили доступ к данным этих людей. Они выявили 138 тысяч пользователей приложения этого банка среди граждан Молдовы, которые получали деньги на 2-3 человек. То есть в шоровскую сеть входило не меньше 250 тысяч человек. Это каждый 10-й житель страны. С апреля по октябрь было проведено 1 400 000 операций. Только в сентябре и октябре Шор потратил на подкуп избирателей почти 40 миллионов долларов. Полиция передала более 500 протоколов в НЦБК на 1 миллион леев. Людям выписали штрафы по 25-37,5 тысяч леев, хотя за свой голос они получили от 1000 до 4,5 тысяч леев. И процесс выписки протоколов продолжается. Полиция дойдет до каждого, кто получал деньги из России через Промсвязьбанк. На молдавану Путина и есть деньги. На африканцев долги им простить и есть деньги. И только для своих, для русских у Путина никогда не бывает денег.